Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Вы посмотрите, что у нас творится. Сегодня 19 августа 2023 года. Мне написал хозяин Зарика Саша, что он думает о том, что ему надо дружка для Зарика. Зарик — это вот этот малыш толстый, который тут не хочет сидеть и уже почти спихнул Федерико Феллини с террариума. Так, который виляет хвостиком. Это тот самый Микки Маус, который родился 21 июня. И, ой, господи, и мне его не удержать в руке, вот это хвостовилятельное создание. Он у нас в резерве, в город Ханты-Мансийск. И сегодня я сказала о том, что папе нашего Зарика, что у нас в доме много подрощенных кобелей, которые, в принципе, уже половозрелые, у всех уже сложившийся характер, размер. И я думаю, что Зарик у нас также вырастет до 3 килограмм. То есть он не миник, он крепкий, он костистый, у него толстые лапы. Мне попросил папа Зарика Саша, что вышлите, пожалуйста, видео, кто сейчас у вас готов к продаже, чтобы можно было приобрести сразу двух собачек. Я выслала всех кобелей, какие у нас сейчас вот подрощенные есть в продаже. И когда последний, про кого я вообще забыла, что он у нас есть, это Федерико Феллини, вот этот вот красавец с маской Зорро. И, кстати, по отцу, это два брата по отцу, мамы только разные. Я выслала видео с Федерико Феллини, которого Саша сразу назвал Федором и сказал, Федор будет наш и будет жить с нашим Зариком. Я говорю, вы выбрали по окрасу двух одинаковых? Он говорит, да. Вот, поэтому с сегодняшнего дня Федерико Феллини у нас в резерве для Саши в Ханты-Мансийск. Уедут вместе с Зариком. Саша сам прилетит за ними на самолете. И два вот таких бело-шоколадных зайца будут жить в одном доме в Ханты-Мансийске. Перед отъездом они будут оба кастрированы. И каждому будет связан персональный костюмчик, свитер и шапочка. Для Зарика на вырост, потому что он уезжает четырехмесячным щеночком, улетает на самолете. Ну а Федерико Феллини у нас имеет окончательный вес и размер. Он весит 2 килограмма. 800 грамм, значит, в весе размере он уже не изменится, потому что он рожден в апреле 2022 года. И давайте пожелаем парнишкам долгих-долгих счастливых лет жизни в новом доме. Вот такие будут у нас два брата по отцу жить в одной семье, будут очень любимы. И, ребят, я с вами прощаюсь, пока Зарик у меня не улетел с террариум, потому что мне очень-очень тяжело держать на одной руке тут камеру и маленького щеночка. Федор у нас еще хоть как-то сидит, вот, а Зарик совсем не собирается это делать, он тут прыгает, скачет. Еще и меня и кусает, вот. Мне сегодня уже прокусила Гермиона палец, у меня кровища текла, а теперь еще и Зарик. Все теперь зубастые у нас. Вот такие радостные новости у нас на сегодняшний день. Оставайтесь с нами, если вам интересно наблюдать за жизнью наших питомцев. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч!